Бывшего министра труда и социальной защиты Серика Абдинова карагандинцы еще не забыли, а главного тренера футбольного клуба «Шахтер» сравнили с известным политиком. Сегодня корреспонденты Первого карагандинского вышли на рот, чтобы узнать, кого из известных личностей они знают в лицо. Подробнее в следующем сюжете. А этот вот известный же, он же в Акимате работает. В карагандинском Акимате? Нет, в Асанинском, наверное. А кто он такой может быть? А он там такой большой начальник. Политик ВКонтакте, что яйца ему кидали по труду. Ну, раньше бывший министр социального труда и защиты. Бывший министр? Нет. Потому. А откуда вы его знаете, что он такое сделал? Не помните? Он хотел пенсию поднять женщинам. Это. Потому что. Откуда вы его знаете? Мы его из-за этого, потому что. Это, если не ошибаюсь, это президент или тренер, главный тренер. Тренер Шахтера, кажется. Тренер Шахтера? Это Виктор Кумыков, тренер. Тренер по хоккею, если не ошибаюсь. А, нет, извините, это же этот. Шахтер тренер главный. Угу. Забыл, как зовут. Похож на молодого Жириновского? Не знаю. Похоже на балерину, может быть, танцовщица. Это мисс Караганды. Нет, не знаю. Какой-то орден? Не знаю. Ну, наверное, депутат какая-то. Угу. Судя по значку. Первый раз вижу. Нет, не знаю. Это... Нет, не знаю. Кто это? Сакимата вроде на кого-то похож. Тоже знакомый же, а? Это нет. Не знаете, нет. Нет, никого из никого них. Не знаете? Не знаю, нет. Бывшего руководителя управления энергетики ЖКХ Ирлана Утешева, согласно проведенному опросу, мало кто знает. Напомним, что его признали виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Экс-чиновника накануне лишили водительских прав. Известный композитор Людмила Мельникова оказалась незнакома некоторым карагандинцам, хотя известный музыкант становилась лауреатом различных областных, республиканских и международных конкурсов. Людмила Мельникова и Ирлан Утешев находятся на 4-м месте в нашем рейтинге. 3-е место в нашем хит-параде занимает победительница конкурса «Мисс Караганда 2011». То, что ее знают как участницу конкурса и фотомодель, нам сказали 2 человека. А вот главный тренер футбольной команды «Шахтер» Виктор Кумыков довольно-таки популярен в Караганде. Неудивительно, наставник Горняков вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Белорусский тренер на 2-м месте рейтинга популярности. Лидером в хит-параде стал экс-министр труда и социальной защиты Серик Абденов. Мистера «потому что» узнали практически все опрошенные карагандинцы. Скандальный чиновник по праву занимает 1-е место. Николай Кравец, Кайрат Рашитов, Асхат Абидулов, 1-й карагандинский.